Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Пожелтение огурцов исчезает буквально мигом. Для этого берется всего лишь одна аптечная таблетка, которая стоит абсолютно копейки. Не нужно тратиться на дорогостоящие препараты, так как это средство решает все проблемы с огурцами. Эффективно борется с грибками, как на огурцах, так и на помидорах. Для этого на 1 литр воды берется одна таблетка трихопола. Тщательно размешивается и огурчики отпрыскиваются по листу. Хватает одной такой обработки и сразу же помогает. Этот уход помогает сохранить урожай и получить хорошие крепкие огурчики. Был рад поделиться полезной информацией и желаю всего доброго. Не забывайте подписываться на наш канал. До скорых встреч!